Жилой комплекс «Афи-парк Воронцовский» находится в Обручевском районе ЮЗАО Москвы. В рамках проекта предусмотрено 5 монолитно-кирпичных домов высотой от 12 до 25 этажей, которые разместятся на территории площадью в 3 гектара. Застройщиком выступает компания «Афи Девелопмент». Новостройка привлекает удачным месторасположением в экологически чистом районе. Жильцам понравится современная авторская архитектура от бюро EDM, дизайнерский интерьер лобби от мастерской Sunice, консьерж-сервис и продуманная система безопасности. Вход на территорию осуществляется через пропускную систему. В общественных зонах устанавливается круглосуточное видеонаблюдение. Уникальность проекта – специально разработанная платформа голосового управления квартирой. Застройщик установит в секциях систему интеллектуального управления с подключением к смартфонам жителей комплекса. Предусмотрены датчики исправности инженерных систем, IP-камеры и умные розетки. Входные группы оформят по дизайн-проекту мастерской Sunice. В лобби устроит лаунж-зону с диваном, есть колясочные. При входе гостей и жителей будет встречать консьерж. На первом этаже в корпусе 3 предусмотрена игровая комната, остальную коммерческую площадь в этом и остальных домах отведут под магазины, ресторан с летней террасой, аптеки и прочую инфраструктуру. Отдельно строится одноэтажный ресторан и обустраивается гостевая парковка. Застройщик воплощает в жизнь концепции «город в городе», «двор без машин», а также систему «умный дом», которой можно будет управлять со смартфона. Комплекс строится на пересечении со Старокалужским шоссе, которое обеспечивает хорошую транспортную доступность. В 50 метрах от территории находится усадьба Воронцова. Неподалеку есть Воронцовский парк с водоемами. В пешей доступности работают две станции метро – Калужская и Новые Черемушки. Комплекс строится в районе с уже развитой инфраструктурой. Здесь работает 4 детсада, 5 школ, медицинские и спортивные объекты.